Я буду выпроводить сейчас. Посмотреть, вы говорите, специальная надпись. У нас время, да, у нас резиденция строительства нового здания. Ладно, сфотографируйте. А это... А выйдите, ребят... прям посмотрите, какая у нас собачка. Ученая, конечно. Я и говорю, буду проводить. Мы в степи. Ну, там это башкара, это что? Ну, это точно сейчас страшно. Ну, собачка у вас верный друг. Верно, а сейчас посмотрите, зайдите. Ну, пойдемте, пойдемте. Не забудьте, что несли там? Нет, не забуду. Я повредила свою ножку, завязала бинтом, а она меня соизволила раскрутиться. Нет, иного, хотя еще не забавно. Вот наша машина. Ну ладно. Так, Николай, скажи, чтобы уложили. Да. Езжайте с Богом. Это у нас конечная остановка. Большое здесь. Большое вам спасибо за все. Ладно. Слава Христу. Посмотрим на вашем сайте. Очень да. Короткая на сайт зайдете, а когда на сайт зайдете, вверху написано, там кажется коричневым, по зеленому фону, православный форум Игнатия Лапкина. Пойдем. Если идем. Не воткнете, сразу будете на форум. Пойдем. Там 1300 тем. Там тысячи фотографий. Онлайн можно фильм о нас посмотреть, как я еще говорил. Ну, просто я знаю, что такого сайта нет. Там 50 книг, мы насчитаны хаули. 50 книг. Машина. Если где-то машина. Ну, потом не книги только на нас опять же выходят. Угу. Все. Ну ладно, давайте. Счастливо. Последний закрыл. Все, мы вышли. Поехали. Большое. До свидания. До свидания. С Богом.